Добрый вечер, дорогие друзья. Вы не представляете, как мы счастливы опять оказаться на, можно сказать, на родине, на малой родине, потому что мы сначала были 2 месяца гастроли по Америке, потом мы были на большой родине в Сибири, которая нас встретила морозами под минус 30. А теперь мы уже как бы в Москве, на малой родине, и мы рады, что вот первый концерт, который у нас вот такой камерный для друзей, для своих, для наших самых лучших. И поэтому спасибо вам за то, что вы сегодня пришли. Мы были на большой родине. Последняя поездка это была на озере Байкал, потому что с этого озера, самого глубокого, пресноводного, самого красивого, хотя и довольно холодно было сейчас. И поэтому первая композиция, которую мы для вас сыграем сейчас, так и называется «Байкал». Первая такая затяжная поездка по западному побережью Америки. Мы хотя были в Калифорнии пару раз, но чтобы так 2 месяца по всему
побережье, потому что мы обычно по другому побережью путешествовали. И самое странное, что мы обнаружили очень много русских, организованных, хороших и счастливых. Это было в Портленде и в Сиэтле. И вот и мы подружились и сразу же нашли общий язык после этой композиции, которую мы вам сыграем, потому что называется она «Тоска по родине». Они первым делом сказали, все бы так тосковали. Следующим образом, для тех, кто не знал, мы стали лучшей независимой музыкальной группой штата Орегон этого года. Как получилось? Здесь есть представитель Портленда, не даст соврать. Вот. Но, к сожалению, нас штат Орегон выдвинул на национальную премию. Национальная премия жюри отбирала по грамм-записям. И, конечно, они нас не выбрали лучшей группой Соединенных Штатов Америки прошлого года. Поэтому достаточно быть лучшей группой штата Орегон. Поэтому мы сыграем вам композицию, которая называется «Новая русская», потому что, как говорил Владимир Семенович Высоцкий, это распространение наше по планете особенно заметно вдалеке.
пишем нашу музыку сами. Я просто вспомнил сейчас фильм «Волга-Волга», там помните песню про Волгу? И композиторша все время то говорила, кто то написал, то потом призналась, что это она. Ну вот, мы пишем нашу музыку сами и играем ее тоже сами. И вот следующую композицию мы написали для театра в Финляндии, для спектакля про двух королей, братьев-близнецов, и один из них должен был провести свою жизнь в подземелье, в тюрьме, а другой был королем. И вот тот, который был в подземелье, писал нам очень приятные, добрые письма. И мы назвали эту композицию «Два короля». У нас также вот весной вышел в Америке диск под таким же названием «Два короля». Thank you.
Спасибо. Я хочу еще сказать, что нам очень приятно выступить именно в этом месте, потому что это новый клуб легендарного, выдающегося нашего музыканта Алексея Козлова. Поэтому давайте ему поаплодируем за то, что он есть. Вообще в России нас не очень любят джазовые музыканты, поэтому... Ну, мы буквально сегодня узнали, что звонили еще в пару джазовых клубов, предлагали про нас, они говорят, это не джаз. Это не джаз. Ну, мы знаем, что мы не джаз. Но мы играем на джазовых фестивалях, на всех джазовых фестивалях Америки, в Европе, на самых хороших. И сейчас приглашены играть на Ворочестер джаз-фестивале в Апстейт, Нью-Йорк. Мы там уже играли. Мы играли одновременно с такими джазовыми монстрами, как Ол Джероу и Джордж Бенсон. Прямо вот параллельно в соседних залах шли концерты. И сейчас поедем. Поэтому, конечно, мы не джаз. Мы сибирский джаз. Может быть. Следующая композиция называется «Телефон», потому что наш друг записал нашу репетицию на телефон. Ну, вот историю, наверное, уже все знают, поэтому я так коротко. Потом мы встретили его, он нам проиграл. Нам музыка понравилась, мы сделали композицию, и телефон у него украли. Поэтому память телефона посвящается композиции, которую мы назвали «Телефон».
следующую композицию. Называется «Пешка». Она была написана как саундтрек для фильма. Кстати, вот я задумался, почему действительно нас иногда джазовые музыканты здесь в России не принимают. Может быть, потому что они думают, что джаз это серьезная музыка, да? Это на самом деле серьезная музыка. Это так же, когда вот мне говорят, вот вы знаете, вот у них серьезные отношения. То есть те же самые отношения, только с серьезным выражением лица. То есть у некоторых несерьезные, они улыбаются друг другу, а кто-то... Ну, это я так, звучит «Пешка». Пошел за водой. Секрет был. Нам, кстати, в Америку
часто вот звонили, спрашивали, там уже какой-то тайфун, какой-то там что-то произошло. Но это было на восточном побережье, мы были в Нью-Йорке несколько дней до этого, так что нас это не коснулось. Мы были на другом побережье, на самом лучшем побережье Америки. Мы были в раю, начиная от Сан-Франциско, штат Орегон, штат Портленд. И поэтому нас эти геморрои не коснулись. Но мы также пишем музыку, кроме театра, кино еще пишем для цирка. И сейчас мы сыграем мелодию, которую мы написали для цирка. Называется она «Акробатики».
Артем Якушенко. Спасибо. Юрий Матвеев. Белый Струк. Я просто хотел сказать, что она любит играть на мандолине. Люблю. У него хобби такое. И у него была мандолинка первая, которую он купил в Иркутске. Мы недавно были на родине этой мандолинки. Мандолиномания. На той улице, где он ее купил, на улице Карла Маркса, за 23 рубля, я даже помню. Ну и он все время играл мелодию, мандолинка сломалась, мы сохранили мелодию как в память о той мандолинке на Карла Маркса за 23 рубля. Назвали бы эту композицию «Мандолинка», там кто-то пилит что-то.
Вы знаете, мы в Америке не пережили вот эти погодные обстоятельства, но мы пережили выборы американские. Ну, не то чтобы мы болели за кого-то или участвовали, я даже не знаю, кто там сейчас, демократ или демократ, не знаю, неважно. Просто я вот помню давно еще, даже, может, 10, даже еще больше лет назад, только смотришь фильмы про какой-нибудь конец света, апокалипсис, что надо спасать мир, и обязательно президент Америки черный, который спасает мир. И как только выбрали его первый раз, Обаму, сразу же нашли календарь Майя, который предсказал конец света, все сходится. И сейчас его перевыбрали, между прочим. Но я думаю, нам это не грозит, потому что это у Майя календарь заканчивается 21 декабря. У нас только начинается, потому что по старому русскому календарю, по допетровскому, сейчас наступает 7520 год. Так что с наступающим вас 7520 годом. Мы желаем всем счастья, удачи, успехов, чтобы у нас только все улучшилось. А для вас звучит композиция, которую назвали «Революция». Thank you.
Спасибо. Название следующей композиции очень звучит коротко, ясно и непереводимо на всех языках мира. Называется она «Дабадабада».
Вы знаете, мы не были в Америке уже какое-то время, но мы раньше жили в Нью-Йорке, и нам просто посчастливилось быть знакомыми, даже быть очень в хороших отношениях с величайшим музыкантом мира, 14-кратным обладателем Грэмми, саксофонистом американским Майклом Брекером. И он даже принял участие в записи нашего альбома, почему-то была его инициатива. И, к сожалению, его уже нет сейчас с нами больше, поэтому мы хотим сыграть композицию, которая, в записи, в которой он принял участие, которая вошла в наш альбом, который называется «Двое из Сибири», и называется эта композиция «Океанский бриз». Кстати, вам понятно, что я говорю-то? Мне просто мне иногда говорят, что я очень быстро говорю, а тут в Портленде мы познакомились с одной дамой. Она ведет экскурсии, зовут ее Зоя.
Она говорит еще быстрее, чем я. И как-то мы сразу понимаем друг друга, а нас не все понимают. Ну, потому что она из Хабаровска, я тоже жил в Хабаровске, может быть, поэтому. Следующая композиция называется «Мокко-кока», потому что мы один раз пробовали такой коктейль в Starbucks кафе давно, и у нас есть теперь одна композиция, которая так и называется «Мокко-кока». Артем много лет назад, будучи
очень юным, познакомился на набережной города Иркутска с американскими студентами. И вот спустя много лет, когда мы уже с Артем какое-то время не играли вместе, одна студентка, бывшая, нашла его по Фейсбуку, то есть интернет — это полезно. И вот с тех пор она, во-первых, повлияла на нас очень сильно, что мы играем вместе, во-вторых, благодаря ей каким-то образом одна наша композиция выиграла вот, наверное, в самом большом конкурсе композиторов в мире, потому что только финалистов было больше 16 тысяч 112 стран. Наша композиция выиграла в разделе «Инструментальная музыка» этой весной. Называется она «Шесть восьмых», и буквально к нашему приезду в Америку там вышел диск с одноименным названием «Шесть восьмых». Тоже. И, кстати, буквально неделю назад одна наша композиция тоже что-то выиграла, и другая прошла финальную часть какого-то еще конкурса. То есть можно посмотреть по интернету, потому что я, честно говоря, не помню название всех этих конкурсов. Ну а мы вам сыграем сейчас композицию «Победительницу», которая называется «Шесть восьмых». Thank you.
сюда Юрий Матвеев. Гитара. А это не кусок, да, скрипка. Давай, скрип. Тише, скрип. Мы, кстати, хотим еще раз вас поздравить с наступающим. Еще раз. Новым годом, даже я бы сказал, со всеми новогодними праздниками, поскольку, во-первых, у нас самые длинные праздники, во-вторых, мы справляем, лично я, все новые годы, то есть традиционные, русские, китайские. Ты уже начал встречать? Ну вот, уже готовлюсь. Поэтому мы вам сейчас сыграем самую радостную, самую веселую, самую народную, самую новогоднюю песню, которая называется «За-зу-за». Thank you.
Сейчас мы вам сыграем серьезное произведение. Финальная часть сюиты, которая называется «Загадка базальтовых фигурок», а финальная часть называется «Поход за силой».
Спасибо. Наш предновогодний праздничный вечер приближается к концу. У нас, кстати, есть с собой компакт-диски в красной коробочке. Если вы в оранжевой коробочке, если вы хотите оставить себе память об этом замечательном предновогоднем вечере, мы будем рады расписаться на этих дисках. И вот эта поездка была для нас знаменательна еще тем, что мы побывали в Сиэтле, на родине замечательных музыкантов, таких как Джимми Хендрикс, Нирвана, Дэйв Мэтьюс и много других. Мы даже записывались в студии, где пишется Дэйв Мэтьюс и где пишется группа U2. Записали альбом, живой концерт записали там. И теперь, конечно, хотим сыграть композицию посвящения музыке величайшего американского гитариста из Сиэтла, Джимми Хендрикса. Назвали композицию вместе с Джимми. Thank you.
Спасибо. Юрий Матвеев. Гитара. Артем Егошенко, скрипка. Спасибо. Но петь, конечно, я не буду. Хотя... Эк, эк, эк.
Спасибо. Я напоминаю, у нас еще есть компакт-диски, можете обращаться непосредственно напрямую к Артему Ягушенко. Я тоже приму в этом участие. Юра, тебе тоже нужно обратиться. Спасибо. Ближайшие концерты наши 11 во вторник, клуб 16-тон, 15-го, Б2. И там еще что-то будет, следите за нами. Латинский квартал, это где-то в Париже там. Мы не помним, на самом деле. Юр, ты помнишь Латинский квартал? Не все. Вот говорит, тут... Граф Монтенегро, точно. Тоже не все. Смотрите, как публика подготовленная. Все знают. В ближайшее время я думаю, вы эти песни услышите. Спасибо. Еще одно, и Вера говорит, можно сказать. Меня, конечно, поразило знание нашего репертуара, мы не все помним. Мы сыграем вам композицию. Мы сыграем композицию, которая, с которой мы, собственно, и в финальной части конкурса в штате Орегон стали лучшей группой штата Орегон. И название, кстати, ее подходящее. Но мы не с этой же песней стали лучшей группой. Но мы ее в финале играли. Называется она «Дружба народов».
Спасибо. Всех с наступающим добра, счастья, за дружбу народов. Спасибо.